хочу показать вам отдельно взятый вот красный листик. Все листья зеленые на виноградном кустике. Это небольшой двухлетка, винный сорт Рубин Галадриги. И вот вдруг ни с того ни с сего один лист красный. Это значит, не то, что там не хватает там калия или там корневая система заболела или краснуха. Нет, это скорее всего, ну не скорее всего, а на 100%. Цикадка постаралась и кольцевала побег ниже этого листа. Мы сейчас давайте вот разберем, посмотрим, действительно ли это так. Ну, я думаю, что это так, да. Вот, смотрите. Ой, главное, чтобы сфокусировался нормально. Вот, смотрите, вот она. Вот она, видите? Окольцовка. Окольцевала цикадка, постаралась. И лист стал красным. Не хватает питательных веществ, черешок, и лист краснеет. Вот цикадка, вот эта вот негодяйка, она так вот делает.